Друид маг? Друид жрец? Да не. Жрец. Не. Эльдар Каренворф. Ледяная стрела или несущиеся коты? Ну, наверное, ледяная стрела. Ну да, 74. Давай ледяную стрелу возьмем. Живые корни. Боец из Дарнаса лучше, чем забытый факел. Боец из Дарнаса, типа тир-1 карта. Хотя, ну так себе. Кроссер. Здесь. Ну, служительница солнца предпочту я. Учительница магии, коли у меня уже два заклинания есть. О, ну здесь из Эра я возьму, из Эра норм. Огненное копье. Грязевик. Ладно. Новый кроссер. Новый кроссер. Морской великан древо войны. Морской великан повыше будет. Ну да, и у меня как бы есть что поспамить. Двойку. Выглядит как защитник Муклы. Кобра. Паладин регент. Возможен добор. Драконица-крушитель. Норм, но мне кажется, добор будет чуть лучше. Телек-чародея 55, сокрушитель 56. Ладно, давайте сокрушитель возьмем. Хранитель чаще, супер топовая карта. Хорошая карта, звездный огонь, могильный паук, ну, чуть хуже, мне кажется. Ну да, даже как бы не кажется. Звездный огонь 68, могильный паук, ну где-то там средний, да? 57. И добор неплохой. Пятерку здесь возьму. Друид пламени. Злобный насмешник. О, ну звездопад лучше, чем друид пламени. Да? Друид пламени 59, а звездопад? Звездопад 62. Не так-то сильно, но... Нет, я, конечно, возьму. О, здесь еще Гедеон у нас есть. Леги, вот леги вообще супер плотные. Полиморф. Карта очень ничего такая. Одержимый Блазон вместо Аргуса. Мне не хватает немножечко двоек. Да, я из-за этого, наверное, возьму... 72, а у Аргуса 70. Для друида 71 против 70 у мага. Да, в любом случае будет паучок. Здесь выбор. Ну, кстати, сердцевое дерево теоретически тоже можно взять. Супер лейт. Ну, поехали смотреть. Сторожевое... Ну да, сторожевое дерево 83, я его и возьму. Поехали. Гоблин взрывомаг. Два кроссера. Ну и закончили, да? Но все равно он лучше всех. Может быть, драконы. Нет, драконов мало. Взрывомаг. Жонглер пламени. Охотница Инглашкур. Последняя карта. Мне кажется, это лучшая колода из всех, что у меня собирались за эти арены. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть стартовых карт. Можно 7 плюс-минус. Да, крошеры есть плотные. Есть лейт хороший. Это вообще не факт, что 12, потому что, опять же, мы можем просто в темп не выиграть. Но по качеству карты это реально самые лучшие колоды. Вперед.
Лунара, тройка, отстой, не беру. Все, отстой. Тройка. Тройка только друид пламени, я, наверное, только его буду оставлять. Ну, либо и когда две тройки будут. Боится Дарнас, окей. Боец Дарнас через монетку, это норм. Два хода простоит, считай, выиграл. Ладно. Собачка. Ну, собака тоже слаба. Да, не тоже слаба, а куда слабее, чем у меня. Ну, ты ладно, черт с тобой, давай. Тебя. Размен. В смысле, реально сейчас есть такая карта? Прикольно. На свете в него отдать? Да не, что-то мне не очень нравится. Лучше в лицо. Крошер выстрел меня будет полностью устраивать. Вообще устраивает полностью. Так. Что дальше? Ну, типа, я могу... Не могу. Классный, да, диалоги я веду сам собой? Стараюсь. Ну так себе. Поехали. Не могу отказаться от такого. Только давай без конца, конец близок. Да, нормально. Меня уже летал на столе. Топ диалоги ради этого смотрим? Кайф. Никто не похитит наши секреты. Все, что я думаю об этом. Хорошо, давай так. Летал на столе. Не волнует. Сейчас я ему выдам.
Изи 1-0. Так. И что, у нас будет... Будет 4 девятки? И опять золотая белая карта. Первый. Да не, все пас, давай. Я хожу первый, я хочу нормальный карт. Четверка, четверка. Ну, так себе. Ладно, верните мне фростболт. Кобра. Ладно. Да благословит тебя природа. Привет из огромного мира. Окей. Ну да, ну такое, фростболт. Ну да, наверное, у меня все же не так много стартовых карт, и фростболт оставлять нужно. Желательно. Давай все же кроссера. Вот это у нас. Мы должны очистить солнечный. Атакует лицо, да? Героя. Ну, атаковать героя не самая приятная штука. Нашей-то ситуации. Просто занимаем стол, как можем. Слабый четвертый ход у него оказался. Облеты, прилеты и налеты. Да, и в общем-то здесь ситуация резко меняется в мою сторону. Редко. Вот, а и на следующий ход я еще и муклу могу влупить. Ты боишься темноты? Окей. Кроссер. Давай. Так-то можно полиморф, двойка и выстрел. Какая потрясающая карта. Какая потрясающая карта. Как там, флеймстрайков-то не бывает, да? Гроза бывает. Что поделать? Ну да, погребение делать на муклу, это вообще не радостный момент. Максимально нерадостный. Похоже на полиморф. Майндбластом не фигачит, видали, что? Ну, молодец. Ну на, тогда. Ладно, и лучше бы я на самом деле Flame Lance отдал. Полиморф-то лучше. Не волнует. Надамажил меня сначала, а теперь говорит, давай свежие рулеты, фигану.
А я тебя не убиваю, между прочим. У меня здесь 10. Ну, почти. А почти, как известно, не считается. Хорошо. Так я пропустил летал. Я ж 3 туда нанес и 5 туда нанес. Ну, бывает. Летал не важен. Летал не важен. Я здесь что, не под своим аккаунтом? Понимаете? Как бы, так что мне это как бы... Вообще все равно. 2 победы. Поехали. Два хода простоит, я скорее всего выиграю. Если он мне его сразу же заремувнет чем-то, тогда... Вообще, кстати, очень возможно, что я проиграю. Пусть кусается, я не против. Я не привык Ну ладно. Давай, так сделаем. Нет, как бы уже кроссер. Ага. Паладин реагент. Хрен с тобой. Сморг-сморг. Не будем забывать, что у нас драконит есть. Чем мне пятерку отдавать? Такой сейчас момент получается, да? Либо выстрел. У меня как бы вот это... Ну да, ладно, хорошо. Что так тормозит? Какие-то лаги? А, да, есть. Есть. Кстати, с интернетом нормально, а это, видимо, гудгейм. Решил позлорадствовать.
Так. Сейчас он... Блин, подлечил, конечно. Классненько. Нет, так лучше получается. Так, работает. Работает на хреново, работает на хреново, да? Марк? Никак не могу на торможение повлиять. Не вижу, что они очень идет. Что-то между гудгеймом и рестримом. Чирование. Окей, окей, окей. Так, кто с Динго? Здоровья у меня достаточно, я могу Изер сделать. Изер новую анимацию, что ли, да, поход сделали? Такого не было раньше, вроде как. Давай. Я думаю, он сейчас сдастся. Победа за тобой. Наконец-то он все понял. Две тройки. Хочу ли я оставить две тройки? Ну, наверное. Ладно, хорошо. Можно было типа одну попытаться оставить. Но фиг с ним. 2-5, потом вот это вот. А он тут крипер. Да поехали. Я не против его просто вытринуть на следующий ход. Мне как бы норм. Ну вот это, кстати, не очень приятно. Ладно. Мой клинок жаждет крови. Жестко. Жестко, но в целом ладно. У меня есть, если что, ледяная стрела. Блин. Да ты гонишь. Какой же он неприятный, жуть.
Или мне пофиг, я могу в лицо наполучать. Короче, мне что-то так кажется, что я могу в лицо наполучать. Ну пускай, я готов 9 получить. Поехали. Ладно. Пять сюда, удар сюда. Пять сюда, раз, два, три, четыре. Давай, я так сделаю. Ну и сойдет. Окей, окей, окей. Ты воняешь, как лев на гном. Дальше, там мне в лицо начинаешь бить. Я могу сделать 5 выстрел. Давай. И вот я впервые занял стол. Вот 5 карт, у меня 6 карт. Здоровья, конечно, маловато, ну ладно. Че, ты мне экзекут хочешь показать? О! Да возможно. Я надеюсь, он чувствует, как от него уходит эта победа. Чувствует. Чувствует, как победа уходит из его рук. У тебя неприятности. И правда? Очень похоже на неприятность. Только вот не для меня. О, да. Победа за тобой. Бедолага. А я думаю, что он ощущал уже свою победу. Андуин. Рука отстая. Блин, ну карт не типа норм, но... Без продолжения. Даже не знаю, стоит ли их доставать. Наверное, стоит.
Пожалуйста, дайте мне двойку с топ-дека. Ладно. Пусть кусается. Тройка есть, окей. Хочешь что-нибудь взорвать? Ладно. Ну ладно, ладно. Неприятно, конечно. Но что делать? Твоя магия тебя не спасет. Окей. Тоже немного неприятно. Но тоже ладно. Поверьте, мне прям вообще отлично идут карты, которые что-то сразу делают на столе и делают неприятности. Люблю налёты. Хорошо. Кстати, даже для меня это очень хороший очень удар. Получается. Лишнее здоровье с него снимается. Блин, 4-2, конечно, отстойный. Да, ничего с этим не сделать. Ну-ка, Гидона мне стоп-дека. Защитник Муклы. Не, защитник Муклы, отстой. Придется отдавать. Вау. Ладно. Мне нужен... Я все еще хочу Гидона. Гидон будет очень хорош. А мне какого-то бойца из Дарнаса, да, предлагают? Ладно. На. У меня Эзера, я хочу, чтобы у меня был максимум здоровья под Эзера. Бля. Ну что это ты начинаешь? Гидон следующий, кстати, будет хорошо. Поехали. 5 урон по всем. Жух. Найс. Не зря я здоровье взяли.
Сколько букв З одновременно. Давай, жестко. Угу, угу. Нет, как нормальный ход. Вопросов ноль. Но ты уж извиняй. Ты уж извиняй. Халявка. Халявка. Есть что-то. Так, хочу ли я оставить эту тройку? Мне кажется, нет. Не. Но. Луна направляет моё копье. Поехали. Опять же, стоит два хода, скорее всего, победа. Мне придется разменяться. Это не очень ситуация. Ладно. Давай, и удар в лицо. Блин. Ладно, хорошо. Давай так. В лицо было бы лучше, я спокойно бы отдал полиморф и окей. Да. Он. Ноуп. Что приказание? Ноуп. Сом. Ладно.
Да, конечно, не повезло, что два кинжала попало. Ну, а что делать? Shit happens. У меня побольше карт. И у меня очень сильные колоды в лейте. Что, наверное, опять же, впервые за всю историю. Окей, 6-6 будет. Че, еще рывок? Или ремовал. Как же мне пофигу. Я могу вообще много-много всего достать, но зачем? Шон. Так, ну давай, раз, два, три, 19. Всего-то в два раза больше, чем я потратил на ходы, вот прямо сейчас. 4-0-2 против 2-0-1. Ну, так же не такое, что году. Ладно. Тоже ладно. Что приказание? Ученики, внимание. Бабах. Здоровье ты мне все меньше и меньше. Аргус? Да, хорошо, он флеймстрайк, это почетно-зачетно. Агидон. Красный поддон. Лайф-коуч его звали. Нормальный, кстати. Он же секс-коуч. Найс, картишку набрал. Поздравляем его, поздравляем.
Ничего не надо. Вот бы живые корни, потом боец вдорнаться и потом кроссера сразу. Вот это было бы кайфовая рука. Ууа. Если что, там было... Как он называется? Тоже история была. Почему он секс-коуч? А именно он стримил, а потом забыл выключить камеру. История. Ну, здесь, по-моему, уже он проиграл. Ну, то есть, может, нет, конечно, но выглядит как будто да. Сегодня можно не строить из себя принцессу. Можешь не строить. Дело твое. Да, очень хочется ему ее убрать, но с другой стороны, у меня как бы уже весь стол занят, поэтому... Не. Монетка, может, что-то поможет. Почему сюда, интересно? Вау! Ну, хорошо, это, конечно, идеально ему вылетело. Это просто идеально. Окей, и здесь ему идеально. Игра его пытается камбэкнуть. Все равно будет тяжело. Ну а дальше я тебе говорю, что у него кличка секс-коуч. Все. Дальше уже там догадаетесь, что там было дальше. Очевидно, по-моему, вполне. Запахло жареным. Это я спустил собак. Мукла. Бабах. Четыре уже слишком мало, чтобы не ударить. Я тоже так думаю. Но мы идеальную руку вызвали. Живые корни и боец из Дарнаста, я хожу первый. Ну типа, хрен за контрис. С девушкой. Вам ближе с парнями посмотреть. Лунара и Эдип. Да начнется игра. Природа вполне может постоять за себя. Идеальный сегодня результат практически. Все в 7+. Да надо бы еще были бы идеальны. Вообще кайф. Весь день. Так. Пас. Угу.
Размениваюсь. Я, кстати, не против, если он меня возьмет какой-нибудь, не знаю, что-нибудь закинет, убьет его каким-то заклинанием. Окей. Го четверка. Ну и мерзость. Ты называешь это оружием? Давай так. Пока что. Да отвали! Хрена он меня просто... Ой, все. Чисто и все. Особая, блин, доставка. Я не привыкла так рано вставать. Мы должны очистить солнечный холодец. Я должен защитить эту землю. Так, у меня Гидон на следующий ход. При этом это выглядит так, как будто бы и отход нормальный. Ну так, все ход. Ну охренеть не встать. Блин, ну охренеть не стать. Здесь три, здесь три. Все, я встрял. Я ничего не могу сделать. Гидон, я труп. Давай. Ладно. 7-1. Я просто прокатил по боевым ключам, просто максимум прокатил по боевым ключам. Да, хорошо, здесь я уже ничего не сделаю. Хорошо. Поехали. Пойдешь на шашлык, сразу теряется в цене. Ну, здесь надо стрелять. Ну давай, давай выстрелим. Ну, в принципе, у меня утильница магии есть.
Смотрите, насколько ему 1-4 теперь будет давать, да? Постоянно разменивать будет двойку на, типа, тройку. Потому что у меня 3-3 был. Теперь тройку на четверку. Короче, боль, печаль. Ну ладно, я лучше так сделаю. Не вижу смысла сейчас убирать пятеркой. Вообще можно было бы, конечно, вот этим разменяться, оставить его. Ладно. Морг. Не так, чтобы, конечно, сильно хорошо. Ну ладно. Угу. Поехали. Пока нормально. В целом тоже нормально. Давай, оставь всех. Ты же хочешь оставить всех? Да, друг мой, ты хочешь оставить всех. Ты хочешь оставить всех и проиграть из-за этого. Я чувствую, как ты этого хочешь. Жух. Пока-пока. Возможно, я что-то там бы мог что-то как-то по-другому сделать. Победа за тобой. Ну да, ладно. Летал не важно. По итогу. Важное лицо ему разбить, классно. 8 побед.
Тайна. Нет, стой. Ну, я отстой, дубль 2. У меня хотя бы ледяная стрела есть. Для резких ответов. Ну ладно, возможно, я зря сделал. Учитывая, что мне четверка пришла. Если бы мне пришла бы что-то дорогая карта, тогда нормальный ход. А четверка, конечно. А так. Ладно, поехали. Я очень надеюсь, что мне сейчас что-то придет. Пожалуйста, можно что-нибудь с топ-дека? Блин. Ладно, давай в лицо. Да, это паршиво. Писец. Ни одной тройки не пришло. Наконец-то мне дали второй. Ну, это типа терпим. Кстати, на нее ж пофигу, да? Да, мне правильнее, наверное, все же. Я должен защитить эту землю. Все равно на всякий случай беру его. Даже не на всякий случай, а просто чтобы он не плюнул. Ладно. Ощути гнев природы. Ощути гнев природы. Ладно, хорошо. Неприятно. Неприятно, что делать. Зато может быть 4-2 на следующий ход. Как сделаю. Будет круто. Нет, что ты мне хочешь показать? Наши враги да ну нафиг, ну что это? Ну что это, ну как это вообще? Окей. Ну да, мега имбовая карта. Ладно, хорошо, у меня провокации идут. Далее. Ладно, я проиграл. О, какая же мерзость. И вообще ничего невозможно с этой карты сделать. Просто ничего не сделаешь. Окей, что ты сделаешь? Ну, имеется в виду, что... Она, конечно, супер сильна с охотником на демонов. Отдаст двух сюда. Хорошо. У меня сердце зверя. Понял?
постоять за себя. Так, ну давай. Что ты мне покажешь? Я должен сделать... Должен он сделать выбор. Хорошо. Действительно, это же очень сложный выбор. Достать ли тебе единицу, которая идеальна для единицы, или не стоит доставать? Оказалось, надо достать единицу. Кто бы знал? Кто бы ожидал такой? Окей. Да, поднаберет карту, ну что делать? Класс, Арена. Да, конечно же. Я чё-то вообще заколебался сегодня. Броня на закат. Это броня... Пофигу. Каждая арена, до этого 12 игр у меня было. Здесь уже 10. Ладно, не 12, а... Ладно, 12, да. Хорошо. Хорошо. Ну так себе ситуация. Не, броня так себе. Ну, это средненькая карта. Она просто как бы 1-4 за 2, это неплохо. Учитывая, что у нее все же положительный какой-то эффект, а не как у Неруба. Условно. Но все равно не впечатляюще. Давай ты не попадешь. Блин. А мечты, конечно, они были. Ладно, давай 6-6. Дасбай жесткий. Никто не пощитит наш. Сомневался. Какая-то такая лабуда выйдет. Не, ну в целом ладно, окей. У меня все же есть план победы через Эзера. Возможный. Ну да, укус смерти хранителя Лдамана. И начал игру с единицы. Супер, все тяжело. Окей. Нет, здесь звездопад. Это не бур, это кода. Что приказать? Что? Кода, это, конечно, жесть. Ну ладно, давай зеро. 5 по всем. Ай. Не всегда работает, оказывается. Я надеюсь, не будет экзекута. Или переворот. Переворот тоже так себе будет. Сайленс терпим.
Но это все равно 4-2, 4-12. Это немало. Муму, говорит. Так. Два урона сюда. Три урона сюда. 3-5 достал. Хорошо. Ну, как-то плюс-минус выровнял. Опять же, у меня очень сильная... колода в лейте. Дети, хорошо, тебя уберу. Пока не страшно. Неприятно уже. Сильно неприятно. Так, хорошо. Значит, время полиморфа. Ну, наверное, время полиморфа. Давай-ка я сначала вот так вот ударюсь. Что-то хрен его знает. А может не стоит? Да не, по идее, стоит. Давай так. Но сейчас у меня ситуация намного стала хуже, чем предыдущий ход. Да, я поход проиграл. Охренеть, ты раскидался. Кстати, если он просто раскидывается, это не так страшно. Ну, у него 3 карты, у меня 2 карты, у меня 1 отстойная карта. Да какую нафиг копить тут нордкол? Ладно, хорошо, давай гидона мне. Давай мне гидон тогда в таком случае. Или что-то типа подобное. Какой калун тут крипер, откуда ты его взял? У меня столько классных карт, мне этот калун тут крипер даю сейчас. На 5 карт мне передрол человек. Да, понимаю. Что приказать? Давай. Эй, детки, я уже здесь. Okay. Лады. О, ладно, я проиграл. Ну да. Кроссера мне по итогу даст. Хорошо, хорошо.
Эх, не получилось мне 4 раза 9-3 сыграть. Но мне сейчас за 8 побед дадут больше, чем за 9.